понедельник в Самарской области будет ясно и малооблачно, без осадков. Днем 21-26, выше 0, ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер северного, северо-западного направлений будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 25, ночью 18 градусов тепла. В Тольятти ясно, днем плюс 23, ночью плюс 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно и без осадков, днем 24 градуса тепла, ночью плюс 18. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 47%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.